Сильное, здоровое, чистое Подмосковье – три ключевых приоритета, обозначены в программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это то, что больше всего волнует жителей региона в целом и Одинцовского района в частности. Первый приоритет – развитие экономики и рост доходов граждан, создание достойно оплачиваемых рабочих мест для людей с высокой квалификацией. Я говорю не только о юристах, экономистах, управленцах, инженерах и специалистах в сфере IT-технологий. Я говорю в том числе об электриках, операторах линий производства, о токарях, сантехниках, связистах, парикмахерах, поварах. За 5 лет в муниципалитете были реализованы 55 крупных инвестиционных проектов. Открылись большие торговые центры, склады, линии пищевого производства. Заработали офисы инновационных и образовательных компаний. Для многих в этом зале это будет большой новостью. Но по объемам сельхозпродукции Одинцовский район – один из лидеров Подмосковья. А в конце прошлого года, в декабре, мы открыли еще один молочный комплекс на 768 голов. Всего за 5 лет инвесторы вложили в экономику Одинцовского района 181 миллиард рублей. Было создано более 14 тысяч новых рабочих мест. Второй приоритет на ближайшую 5-летку – медицина. В 2018 году были отремонтированы детский стационар на бульваре Любы-Новоселовой, филиал районной больницы номер 3 в Кубинке и амбулатория Нового городка. Продолжается ремонт поликлиники номер 1. Закуплено качественное оборудование в стационар педиатрического отделения Одинцовской центральной районной больницы, в районную больницу номер 2. В районе добавилось 2 передвижных ФАПа. Они поступили в Ершовскую амбулаторию, а второй в больницу в Никольском. 9 новыми автомобилями пополнилась станция скорой помощи. Программа по ремонту и оснащению медицинских учреждений будет продолжена. Третий приоритет в программе развития нашей территории на ближайшие 5 лет – экология. Московская область – первый регион в стране, который перешел на раздельный сбор мусора. Да, пока реформа идет не без труда, не без боев. Но везде, не везде еще установлены цветные баки. А региональный оператор до конца еще не наладил работу по вывозу мусора. Но подобные нововведения, я бы сказал, революции, на раз-два не удавалось реализовать ни в одной стране мира. Нужно время. В этом году завершится разработка проекта по рекультивации мусорного полигона в Чистцах, а в 2020-м на нем начнутся работы. Все природоохранные зоны, особо охраняемые территории, останутся в границах Одинцовского городского округа. Будут благоустроены новые парки. Задачи на ближайшие 5 лет поставлены серьезные, поэтому решить их можно только совместными усилиями. Евгения Августина, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». И даже дороги.